Доброе утро, дорогие мои. Для меня оно не только доброе, но и немножечко сегодня радостное. Хотя ночь провел в некотором напряжении, ожидал известий от сына и внука. Они вчера уехали в Санкт-Петербург на мероприятие, которое проводила группа компаний «Геоскан». Сын работает в «Геоскане», а внук занимается в экспериментальной школе «Облако» фирмы «Геоскан», там и еще нескольких фирм. И эта школа выпускает пилотов дистанционно управляемых аппаратов, ну и других специалистов для беспилотников, так будем говорить. И утром пришло хорошее известие. Вот оно. Рекорд России и мира с результатом 2198 аппаратов объявляю официально зафиксированным. Ура! Рекордсменом объявляется компания «Геоскан». Ура! И в этом известии говорится о том, что группа компании «Геоскан» провела шоу дронов и запустила в нем 2198, хотя они хотели 2200 дронов. Но это тоже побило мировой рекорд, который установили китайцы на 140, на 138 дронов. Замечательное событие. Я-то видел, как к нему готовятся долго. Ну вот все время, пока я знаю группу «Геоскан», а это больше года, они все время к этому событию готовились. Что в нем такого этого необычного? Вот. Ну, побили мировой рекорд. Ну, вроде шоу в каком-то таком развлекательном мероприятии побили. И что тут такого? А оказывается, нет. Я вам сейчас расскажу то, что мне никто ничего не рассказывал. Я просто сам, наблюдая за играми армии 2020, слушая разговоры, видя, как все тут происходит, сделаю свои выводы. И мои выводы такие, что вот это шоу, это все равно, что Россия запустила гиперзвуковую ракету. Вот то, что несколько лет назад, 2-3 года назад напугало американцев и всех, что у нас есть теперь такая ракета, я думаю, что вот это событие не меньше. Почему? Потому что вот армия 2020... Форум этот в этом году представил, можно так сказать, в полном объеме. Но я думаю, что там не все равно. Все равно не все представлены, что на самом деле есть аппараты без дистанционного управления, беспилотные аппараты. И это, оказывается, и танк, это, оказывается, и подводная лодка без моряков. Вот. Это, оказывается, дроны различного типа с расстоянием полета до 3000 километров и несущие большой груз, который может быть и ядерным зарядом. И это даже сверхзвуковой самолет, который и самолетом может управляться, а может и сам автономно по программе взлететь, сделать свое дело, вернуться. Его увидеть невозможно, потому что у него фюзеляж пластиковый, вот, или как там, стекловолокно. И он не издает никаких радиосигналов для управления, потому что он все делает сам. Вот эти маленькие дрончики в этом шоу, они тоже делают все сами. Нет общего управления,
у них заложены программы, и они вот такой стаей все делают сами. О чем это говорит? Это говорит о том, что если завтра взлетит стая тех, кто на 3000 километров летит с грузом, с боевым, или стая этих самолетов сверхзвуковых, то сбить эту стаю, каким-то образом уничтожить, просто будет невозможно. Нет в мире таких аппаратов, которые могли бы сейчас сбить вот эту стаю дронов, которая взлетела над Питером. А если они широким фронтом, они же могут куда хочешь улететь и так далее. И если с боевым заданием. Поэтому следили за этим шоу многие, ждали результата многие. И многие на армии 2020 порадовались тому, что произошло. Поэтому я поздравляю всех, кто достиг этого результата. Поздравляю ребят из школы «Облако» и тех, кто учится, и тех, кто будет учиться. Потому что сейчас поставлена цель в стране много-много таких школ создать. И Министерство образования в этом участвует, и ну, многие там участники в разных регионах уже с этого года начнутся эти занятия. Потому что я вижу, что беспилотные аппараты – это очень перспективное будущее. Я думаю, что лет через 10 или уж точно через 15 многие из нас и в магазин-то ходить не будут. Потому что будет у нас точка приема, и будут прилетать дроны, которые из магазина нам привезут все, что мы там заказали. Уже запущена такая программа у фирмы Amazon, по-моему, в каком-то городе. Ну и так далее. То есть вот эти беспилотники, если вдуматься, насколько они перспективны, что они могут, то это очень, очень хорошее дело, я вам так скажу. И они много безопасности могут нам принести. Ну, а теперь в заключение вам вот само шоу дронов, которое вы пока уникальные зрители, которые его видят полностью. И я надеюсь, что и оно вам понравится. И вы будете поддерживать в своих регионах вот такие школы «Облако» для ребят, пилотов, будущих пилотов, которые в них учатся. Здоровья вам всем, радости и светлого, чистого неба над головой. Аминь.